Короче, грозу переждали в кафешке. А Игорь так и не бежал. Там битком набито детей, людей, куча же экскурсий. Говорят, что тут на мосту очень много воды. Идем посмотрим. Иди ко мне. Держи зонтик. Это, людей битком набито. Мы думали, сядем сейчас какой-то пиццы, поедим каву какой-то, а туда они не пропихнутся. В коридоре еле-еле там на ступенечках стояли. Там детки приехали. 4 часа ехали, ну, с Хмельницкой области, но с другой стороны откуда-то. И бедно только вышли. Только прошли через это самое, сразу такой ливень, дождь. И сейчас их хотят бегом в автобус, чтобы везти обратно, бо они все очень промокли. Значит, недавно был репортаж по всем новостям, что затопило мост Каменец-Подольском. Вот мы сейчас имеем возможность вот это дело понаблюдать. Хотя я не вижу здесь, чтобы оно прям затопило. Нужно раз... Оно уже сошло, да. Но свет истекает, вода. Машины все бегом, 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 бегом. Все разбегаются. Идем туда, пройдем. Идем сюда, идем на мост. Да, сейчас там заляпают. Да, мне уже все равно. Идем. Не, на мосту нормально, ничего там не затоплено. Все там хорошо. Так, Игорь не хочет со мной идти на мост, я иду. Дождик, дождик уже почти прекратился, но все равно идет. Гром там чуть-чуть еще что-то грохочет, отголоски какие-то. Ого-го, как там сливает. Ничего себе поливочка. Мы те разы, когда приезжали, то мы спускались вниз, мы там гуляли. Там мостик такой. Сейчас никто никуда спускаться не будет. И вообще я не знаю, куда мы сейчас пойдем, если честно. Ну, куда-то пойдем. Водопад. Это водопад, да. Натуральный. Ты думаешь, что отсюда видно? Давай посмотрим. Я не теряю надежды. Я думаю, что сейчас все-таки этот дождик чуть-чуть... О, молния, как красиво. Не видно водопадик отсюда, ну ничего. Надо спуститься вот туда, но на это. Я не буду туда спускаться. На площадку, тут еще ниже. Ну, идем, попробуем. Танюша все равно туда не пойдет. Зонтик, хорошо, что тут зонтик. Не могли наложить этих зонтиков побольше? Жалко, конечно, что много очень детей со школ там поприезжали группами. И так и ничего толком не видели. Да. Ну ничего, все равно. А лебеди себе как плавали, так и плавали. Им все равно, знаешь. Ну да. У меня ноги мокрые, куртка мокрая, терять нечего, так что... А вот оно, угу. Сильный снова начался. Так, дождь снова усиливается. Походу нам сегодня до крепости не дойти. Танюша в кафешке осталась. А мы с Игорем бесстрашные все-таки пошли. Хорошо, ноги мокрые, все уже мокрые. Терять нечего. Идем, да, вниз, Игорь? Короче, мы решили спуститься пониже. Все такое скользкое. Мы идем под зонтиком. Там какой водопад. Ой. Тихо, тихо. Ну, по идее, то тут... А он вообще тут есть, да? Но не такой мощности. Да, он вообще тут... Да, обычно.
Красиво. Ради этого стоило намочить ноги и намочиться вообще. А, и болото залезть. Ой, какая краса. Да. У нас таких водопадов нет. Уже есть. Там не придет ко мне. Короче, мы находимся в Каменец-Подольском. Приехали на День города. Мы уже не первый раз приезжаем на День города. Здесь обычно водопадик очень маленький, но так как мы попали под грозу, гроза это... Словами это не выразить. И вот в результате какой водопад получился.